приказ! Ну же, не опускай руки! Я знаю, ты справишься! Как у тебя получается болтать и драться одновременно? Еще один шаг к восстановлению порядка. Пришло время решить судьбу пленников. Вы можете завербовать уцелевших солдат неприятеля в ряды собственной армии или перебить их, чтобы они не выступили против вас снова. Я ценю настоящий талант. Выступаем все вместе! От мусора надлежит избавляться. Область состоит из столицы и окрестных уездов. Столица – административный центр области. Уезды же возделывают доступные им ресурсы. Все так, как должно.
О, это снова ты. Когда я смотрю на эти дома и большие семьи, я вижу будущее Китая. Мои цели почти достигнуты. Ваша фракция состоит не только из армий и поселений. Политика, реформы, семейные дела – все это определяет ее лицо. Все влияет на ваше правление и заслуживает самого пристального внимания. Истреби хаос! Сегодня мы избавим Китай от угрозы!
атаку! Закрушить их! Перед долгим походом или вторжением на территорию неприятеля. Ваши войска разбиты. Соберите уцелев. Не бывает двух одинаковых сражений. Сохраняйте гибкость и выбирайте оптимальную тактику и состав армии под каждую битву. Размышляй о мире. Готовься к войне.